Всем привет, это не влог, это больше разговорное видео. И я хотел вам сказать, что я вижу, что отдача на влоге уже не такая. И я вам говорил пару недель назад, что я понимаю, что надо потихоньку менять формат канала, потому что влоги, да, они изжили себя. Вам уже не особо интересно смотреть их. Поэтому мной было принято решение сделать небольшую паузу в контенте, подумать, как лучше будет для канала, как будет интереснее для вас, чтобы вернуть былую активность, чтобы вернуть былой интерес. Потому что ситуация, которая есть сейчас, она ни вам не интересна, ни мне не выгодна. Потому что любому блогеру нравится, когда его видео смотрят, а не пропускают. Поэтому моя цель на данном этапе изменить это и привнести что-то новое в контенте, возможно, кардинально изменив его. У меня есть несколько идей, которые я готов воплотить, которые, я думаю, я смогу осилить в ближайшем будущем и представить вам на канале, то я и попытаюсь сделать. Я не говорю, что я ухожу надолго, но предположительно это неделя, может две, ничего обещать не буду. Еще хотел вам сказать, что завтра выйдет важное и интересное видео, поэтому я попрошу вас его посмотреть, и именно после этого начнется тотальная перезагрузка канала, по моему мнению. Также вы можете мне помочь в поиске того самого варианта, который будете смотреть и вы, который будет интересно снимать мне, и возможно мы достигнем того самого компромисса в контенте, который вы бы хотели видеть. Потому что сейчас я вижу определенное ваше недовольство, да и мне влоги как-то достаточно сильно приелись, поэтому не вижу другого варианта, как на время уйти, а потом вернуться с сокрушительным ударом на вас, очень крутым контентом. Поэтому я не считаю, что это что-то плохое, это скорее всего даже очень хорошая перемена. Поэтому вот так, я надеюсь, вы меня понимаете. Смотрите видео, которое выйдет завтра, оно просто бомбезное. Ну а также пишите, что бы вы, возможно, хотели видеть, чтобы я сориентировался и понял. А на этом все, экстренное включение заканчивается. Спасибо, что смотрели это короткое видео. До встречи с новым контентом. Всем пока-пока.